В России миллионы живут за чертой бедности. Цены постоянно растут, а доходы падают. Люди обворованы, брошены и унижены. Я обещаю, цены на все важные продукты питания будут устанавливаться правительством или Государственной Думой. При мне не будет ни одного голодного, безработного и бездомного. Вместе сделаем мощный рывок вперед. За Жириновского, за ЛДПР.